Михаил Кошкин, как можно понять из его фамилии, голкипер. Раньше играл в поле, но на одном из матчей в его команде не оказалось вратаря. Место в рамке занял он. Теперь хочет быть похожим на Давида де Хеа. Тренировка под руководством Дмитрия Черышева – первый шаг к цели. Очень приятно, я очень много узнаю. Думаю, поможет эта тренировка в будущем. Тренировка начинается неожиданно. Хотя почему? Кому как не Черышеву знать, что в футболе мелочей не бывает. Мы стоим перед вами, два человека, затылком к солнцу. Вы все стоите перед нами, щуритесь. Значит, как значит, надо что встать? Надо? Ну, значит, переходим. Что? Быстрее. Раз, два. И мы поворачиваемся. Некоторые упражнения не сразу даются юным футболистам, но стараются все. Не хотят ударить в грязь лицом перед таким тренером. Конечно, ни сегодня, ни завтра они в главную команду области не попадут. А вот через несколько лет, как знать. То, что мы сейчас хотим как раз сделать, это выстроить правильную пирамиду нашего нижегородского футбола, для того, чтобы у нас было в первой команде обязательно как можно больше наших нижегородских игроков. Дмитрий Черышев объездил не только практически все районы города, но и по области успел игроков просмотреть. Главный вывод – талантливые футболисты в нашем регионе есть.